Летние платья такие же разные, как летние дни. Бывают будни, выходные, важные события и просто отпуск. И для каждого из этих случаев особые требования к фасону и цвету. Трикотаж особенно яркий, явный намек на расслабленность и неформальную ситуацию. Гораздо более сдержанной и даже строгой выглядит полоска с нейтральным или морским характером. Цветы в пастельных оттенках – это, как правило, признак романтики. Летние платья для особого случая – такая же особая тема. Гостям свадеб и юбилеев лучше отложить бархат и стразы как минимум до первых заморозков. Пусть на смену им приходят легкие ткани светлых тонов. Другими словами, оценивать летние платья необходимо в двух плоскостях – с точки зрения дизайна, а также ситуации, в которой их предстоит носить.